Только для вас супер сумасшедший конкурсный аккаунт с рейтингом 99. Чтобы вам принять участие, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать любой приятный комментарий. Обязательно быть подписчиком моей странички в Инстаграме. Результаты сегодня вечером, либо у меня завтра в видеоролике. В описании, а также мой промокод. Но будьте внимательны, накрутка идет на ваш страх и риск. Возобновилась накрутка FIFA поинтов. Если вам нужна, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Всем привет, друзья, с вами Влад Кабуса. Я буду снимать покопанки в различных локациях. Надеюсь на то, что мне это будет все действовать. Конечно, дело на мосту заснять, но, к сожалению, тут не ловит 4G сеть. И это очень прискорбно. Если наберется под этим роликом, например, где-то 5000 лайков, то я сразу же буду снимать по всему городу Киеву именно покопанки. 10 наборов, 10 различных локаций. Все для вас, ребята. Ставьте лукасы, пишите комментарии, поддерживайте меня, пожалуйста. Полетели! Конечно, ребята, наборы за FIFA Points я не сумею открывать, потому что сейчас такая жесткая габела именно с FIFA Points. А вот наборы за монеты я сумею открыть. Давайте мы будем открывать по 2 набора на каждую локацию. Итак, 45 тысяч монет мы тратим на это действие. Посмотрим, что же мне будет выпадать. Я очень надеюсь на то, что элитный игрок мне выпадет. А лучше всего, чтобы выпал Неймар, либо Лионель Месси. Но самое крутое — это Криштиану Роналду. Так, мы открываем. Воу. Кстати, вызываю абсолютно каждого из вас открывать на улице наборы. Например, вы открываете где-то так 10 наборов на улице, сбрасывайте свой самый лучший улов и видеоролик. И самый лучший видеоролик ваш я опубликую у себя на канале в своем видео. Так что, ребята, давайте, жду вас всех. Участвуйте. Сандерс. И... Ой-ой-ой-ой, рейтинг 70, центральный защитник. Ну, вообще, слабовато на самом деле. Давайте еще второй набор открываем и переходим на новую локацию. Я очень надеюсь на то, что сейчас реально самый четкий элитный игрок мне выпадет, который только есть в этих наборах. Хотя, конечно, именно шанс выловить элитного игрока очень мизерный, но все же будем открывать. Вратарь. Ой, не-не-не, Дженсен. Рейтинг его составляет 72, центральный полузащитник. Ладно, ребята, перемещаемся на вторую локацию. Полетели. Открываем следующие наборы. И мне очень хотелось бы, чтобы мне уже наконец-то повезло. Потому что открываешь, пацана, наборы за монеты, ничего такого толкового не выпадает. 45 тысяч монет снова тратим. И кто же мне выпадет за 45 тысяч монет? Сейчас проверим. Давай, пожалуйста, грузись. Набор игроков. И кто выпадет? Кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Следующий, четвертый набор, который я сейчас открою. Я надеюсь на то, что сейчас удача именно будет на моей стороне. Это самое главное. Вот и eSports. Давайте, пожалуйста, услышьте меня уже наконец-то. Нет. Харон. Парни, сейчас я открываю два набора. Если мне не выпадает элитный рок, то я отжимаюсь 15 раз на брусьях. Итак, поехали. Давайте посмотрим, что же выпадет. Надеюсь на то, что я не буду исполнять какое-то наказание. Хотя это на самом деле не наказание, а спорт. И спорт — это очень важно для того, чтобы себя чувствовать комфортно и легко. И 73. Ну, блин. Что-то вообще не везет на самом деле мне. Меняй, не меняй локации, все равно не выпадают элитные игроки. Но самое прикольное то, что благодаря FIFA Mobile вы можете открывать в любом месте, в любой локации именно наборы. Даже находясь на учебе, просто-напросто сидя на уроке, открыли себе паки, кайфанули и продолжили обучение свое. А пока что открываем. И кто же вы? Элитка. Алисон, 83 рейтинг выпадает. Ни хрена себе, ребята, смотрите. На. Вот так вот. Самое такое прикольное, то, что неплохая элитная карточка, но все же 15 отжиманий на брусьях нужно сделать. Ну а пока что мы передвигаемся к следующей локации. Полетели. Самый прикольный футбольный стадион, который у меня есть на районе, и то он закрыт тупо не для всех. Даже школа, которая рядом находится, никто здесь не может заниматься, никто не может играть в футбол. И самое обидное то, что сам хочу снимать челленджи футбольные именно на этом стадионе, и никому не разрешено. Зачем строить футбольное поле, если здесь нельзя играть в футбол? Я просто не понимаю, для кого они построили набор игроков. Открываем, подвисает немного. Ну ничего, мы открываем, надеемся то, что снова элитный игрок нам выпадет. Алисон нам уже выпал, идем дальше. Надеемся то, что будет все выше и выше рейтинг здесь выпадать. Марио Фернандеш. Охренеть. Как так? Ребята, прикиньте, вот смена локации влияет на самом деле на выпадение элитных игроков. И вправду, такое чувство, знаете, то, что шанс повысился. Вот и вправду, посмотрите на количество монет, которые у меня сейчас есть. Особо ничего не тратил, там где-то уже, если не ошибаюсь, где-то 6, 7, 8 пак открываю. И 2 элитных игрока мне выпало. Вот это да, везение на самом деле. Давайте мы еще один откроем. Открываем. И посмотрим, что еще будет выпадать мне.
Самое главное, чтобы еще выпадали элитные игроки. Это будет очень здорово. Открываем. Йеган, Лонг и Барба. Конечно, Барба не особо круто, ну и рейтинг его составляет 71. Но два элитных игрока у нас уже есть, и как я считаю, это довольно-таки неплохо. Мы идем к успеху, надеемся, то, что мне будут выпадать еще элитные игроки. И самое главное, чтобы хотя бы один мастер мне выпал. Это будет самое главное, такое, знаете, самое завершающее и самое приятное от этого всего действия. А где именно у вас самое необычное место, где вы открывали как раз паки в FIFA Mobile? Я думаю, то, что многие из вас напишут, мы в туалете открывали паки еще в различных местах, но пока что будем открывать за 45 тысяч монет и посмотрим. И кто же мне выпадет? Фанк, Дани, Олмо. Ну, рейтинг 73, конечно, вроде бы неплохо, но на самом деле хочется, чтобы уже наконец-то какие-то топовые элитные игроки выпадали. Но хотя Алисон выпал, это вообще нереально на самом деле. Мне еще до этого вроде бы такие вот топовые игроки, как Алисон, не выпадали в этих наборах игроков. Открываем еще. Идзик, Мартинович и Трауре. Рейтинг 70. Уже неоднократно, если честно, мне карточка Трауре выпадала именно FIFA Mobile. Хотелось бы, конечно, чтобы мне еще также помимо вот этих вот Трауре выпадали мастера. Я не знаю, что надо сделать, может быть, надо как-то молить, просить eSports, чтобы уже наконец-то нам дали возможность получить здесь мастеров. Но, как видите, на самом деле и вправду можно получить двух элитных игроков. Грубо говоря, я открыл уже 10 наборов. За 10 наборов мне выпало 2 элитных игрока. И, как я считаю, ну, вроде бы и нормально так, достойненько. На самом деле, 450 тысяч монет мы потратили, аккаунт без доната, и это круто. Я 100% на Алисоне хотя бы хоть что-то отобью. И это уже здорово. Ладно, давайте последний откроем такой наборчик. Потому что, ну, здесь, когда ты стоишь, просто-напросто тебе, ну, аж прет, аж хочется открывать вот эти вот наборы, чтобы кайфовать от них. Ребята, такие у вас эмоции, когда вам выпадает элитный игрок. Мне лично кажется, то, что вы там кайфуете, прыгаете от радости. Ну, хотя, на самом деле, многие из вас уже начали получать и мастеров, и кумиров, и прайм-кумиров. Но хотя прайм-кумиров получить без ната абсолютно не каждый сумеет, но... У некоторых есть шансы. Ай-яй-яй-яй-яй, 72 рейтинг. Суть этого ролика, на самом деле, это самое главное, чтобы вы понимали то, что в любом месте, где вы находитесь, не имеет значения. Главное, чтобы у вас был ваш смартфон, интернет, и вы сумеете зайти в FIFA Mobile, получить настоящее удовольствие от тех паков, которые вы открываете. Даже не именно паки, а просто-напросто играя в режим атаки, проходя события, получая ежедневные награды, которые дарят нам eSports. В этом сезоне, на самом деле, eSports очень сильно постарались, исправились. Все благодаря тому, что вы все именно no4bucks сделали хэштег. И благодаря этому мы уже получаем самые лучшие награды в нашей любимой игре. Давайте я сейчас еще напоследок открою парочку наборов. Подниму вам, на самом деле, передать с вами. Но когда ты сидишь на лавочке, такая погода идеальна. 16 градусов сейчас в Киеве. И вот и вправду ты кайфуешь от того, что сидишь здесь и открываешь эти наборы. Одно удовольствие. Если еще и элиточка выпадет, то не будет цены этому всему. Но нет. Давайте еще парочку откроем набора уже для того, чтобы завершить красиво этот выпуск, чтобы выпал элитный игрок. Откроем еще где-то 5 наборов и все. И после этого заканчиваем это действие. Филиппа, пожалуйста. Боты eSports, услышьте нас. Дайте нам толковых игроков. Хотя, конечно, понимаю, что это все лишь наборы за монеты, это не за FIFA Points. Я бы с радостью открыл за FIFA Points, но, к сожалению, они сейчас не крутятся. Открываем. И... Ой-ой-ой-ой-ой, ну совсем ни туда, ни сюда. Вот честно. Еще 3 набора все лишь откроем и будем заканчивать. Наборы игроков, пожалуйста. Беннет. Янг. Камилу, 72 рейтинг. Ну ладно, будем довольствоваться тому, что у нас уже было. 2 элитных игрока все-таки мне выпало, и это здорово. Хотя до этого открывал уже, ну, на 5 миллионов монет, на 10 миллионов монет. Мне выпадал там всего лишь один элитный игрок, максимум 3 за 10 миллионов монет. А то открыл, блин, 10 паков, ну, больше еще, чем 10 паков, и тебе сразу же выпадает 2 элитных игрока. И при том не самый бичевый, который только возможно. Ладно, последний, самый последний открываем. Пожалуйста, фортани мне. Набор игроков. И Руди. 79 рейтинг. Блин, так приближенно было к рейтингу 80. Ладно, все-таки еще один. Последний набор я открою. На всякий случай, а вдруг сейчас повезет. 45 тысяч монет. Тратим. Блин, eSports. Услышьте меня, увидьте, пожалуйста, этот выпуск, потому что стараюсь именно ради того, чтобы люди понимали то, что стоит открывать наборы за монеты. Вообще, давайте куда-то запустим такой челлендж, чтобы вы все вместе открывали наборы на улице, где-то там в метро, где-то еще. И самый лучший видеоролик, который вы мне сбросите, я вставлю у себя в видосе. Так что давайте, ребята, жду от вас максималочку, чтобы вы все вместе активили, чтобы показали, где вы вообще открываете паки. Например, кто-то на улице открывает, кто-то открывает у себя в туалете, кто-то открывает на учебе, где-то еще. Давайте, ребята. Фосум. Не, 71 рейтинг.
Хочу закончить на этом, но два элитные игрока мне выпало, и это здорово, как я считаю. Если вам, ребята, понравился мой выпуск, пожалуйста, поддержите огромным лайком, напишите какие-то приятные комментарии. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме, там множество всего интересного будет. Ждет вас максимальный актив. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Всем вам до скорых встреч, всем вам пока!